анестезия, чтобы индию ребенку Закарю показывать, чтобы врач индийский, который неврохирург, доктор Саксена, чтобы я сюда приехала, чтобы ребенка лечиться, у него болезнь гидроцефалия. У нас в Киргизии некоторое время, я долго лет ее искал, который таком хороший человек, чтобы нам помогал. Нам в Киргизии, я некоторых врачах к ней общали, у нас в Киргизии не помогал. Потом мы поехали в Бишкеке. В Бишкеке тоже там это Джал, республиканский детский больницу. Мы там подъехали там ребенку, чтобы надо оперировать. Ну, сейчас это я не хотела там это ребенка оставлять, чтобы там шум был самый низкого, некачественный. Потом я поехала в Новосибирск. В Новосибирске нам оперировали ребенка 3 месяца тому назад, у него был год 3 месяца. Ну, ребенку оперировали в федеральной больнице в Новосибирском, первая операция. Ну, там подошла не очень-то хорошего. Когда я здесь приехала в Индию, вот это, которая больница Манипал, я благодарствую им всех, которые доктор, неврохирург Саксена и обоих, которые помогательных людей. Я ее благодарствую, я скажу, чтобы ребенок, у меня все нормально. Спасибо вам. Большое, огромное спасибо. Закарю больше этого не смотрел, никогда он не оперировал. Спасибо вам из этого госпиталя. Zakare came to us with the diagnosis of hydrocephalus and complaints of increasing size of his head since birth, decreased performance in preschool and complaints of headache. He on MRI scan, he showed hydrocephalus. He had a shunt placement done at a very small age outside India, and probably because of the failure of this shunt, he had this kind of problems. He underwent a successful placement of a programmable ventriculoperitoneal shunt for his problems. He improved significantly in terms of his headaches and behavioral problems. And after a complete recovery, he was discharged back.